Девчонки, у меня есть для вас хорошее предложение. Какое, Джессика? Я знаю, вы играете в Грэнни. Я тоже хочу поиграть в Грэнни. Вот вам шоколадка. Дайте мне планшет. А шоколадка вкусная? Вкусная, вкусная, Дашенька. Я не хочу шоколадку, а ты, Даш? Да я что-то тоже не хочу. Нет, Джессика, спасибо, мы не хотим. Ну и ладно. Даш, давай дадим Джессике в Грэнни на планшете поиграть. Ну ладно. Джессика, а шоколадки точно вкусные? Точно, точно. Вам понравится. Спасибо, девчонки. Пожалуйста, Джессика, но помни, в Грэнни на ночь играть нельзя. Ты сама нам так говорила. Да-да-да, Джессика, на ночь в Грэнни играть нельзя, а то она придет и заберет тебя. Ой, девчонки, вы у меня такие фантазерки. Анечка, Дашенька, вы меня так напугали. Чего вы пришли? Да не пугайся ты. Ну как тебе Грэнни, как игра? Мы пришли тебя проведать. Вдруг тебя Грэнни забрала к себе? Ой, ладно, девчонки. Бабуля меня не заберет. Только дубинкой меня огрела, так все хорошо. Она за мной не придет. Да? Ты уверена? Ну, удачи. Мы пошли. Ты это слышала? Да, слышала. А что это такое? Не знаю, но такое ощущение, как будто что-то упало. Пошли проверим. Ну, пошли. Где Джессика? Куда она пропала? Ну а ты как думаешь? Ее Грэнни забрала! Thank you.
Даша, я уже забыла, в какую сторону в дом Гренни? В ту или в эту? По-моему, в ту. Ближе к морю. Идем туда? Да, точно, пошли. Так, вот этот дом. Нам нужно сейчас быстро найти и забрать домой Джессику, пока нас Гренни не услышала. Да, пошли. Свет не горит. Значит, Гренни дома нет. Осталось нам только быстро найти Джессику. Ну что, пошли? Пошли. Джессика! Ты где? Джессика! Ау! Джессика, ты где? Джессика, алло, выходи! Джессика, ты где? Отзовись! Ты Джессика, где? Отзовись! Ау! Джессика! Ну что, ты нашла Джессику? Нет, не нашла. А может быть, пойдем на второй этаж и позаглядываем в комнаты? Ну пошли, все равно нам ее еще где-то искать надо. Это же голос Джессики, бежим! Джессика, Джессика, мы же тебя слышали! Отзовись, Джессика, мы за тобой пришли, Джессика! Хелп, ты слышала? Помогите. Да, бежим скорей! Даша, по-моему, когда мы тут с тобой последний раз были, то все форточки в доме были закрыты. Да, я тоже это помню. А кто же их тогда открыл? Это голос Джессики! Джессика, Джессика! Она там! Делать? Не знаю. Ну пошли дальше ее искать. Джессика! Где ты, Джессика? Джессика, отзовись! Джессика! Опять Гренни пришла! Надо быстренько искать Джессику! Джессика! Джессика! Я ее вижу, Соня, быстро к ней! Хелп, Хелп, помогите! Дашенька, Сонечка, я играла в игру Гренни. Я не понимаю, что произошло, я здесь очутилась. Да, 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 Джессика, мы знаем, сейчас мы тебе все расскажем. Просто понимаешь, Гренни вернулась домой, и нам всем угрожает опасность. А все это потому, что ты играла на ночь в Гренни. Сейчас нам самое главное, нужно тебя развязать и побежать быстренько домой. Даша, быстрее развязываем Джессику, Гренни к нам спускается! Даша,
Дашенька, Сонечка, пожалуйста, быстрее развяжите меня. Я обещаю, я не буду играть в Гренни больше. Да, ну куда он мчается? Быстрее, Соня, давай. Она уже близко.